пришли мы в гости. Передаю привет. Передаешь привет, да? Угу. Ну ладно. Как подросли наши птички, да? Угу. Хочу кого-то потискать. Потискать хочешь? Угу. Дочка сказала, хочет кого-нибудь потискать. Они как все убежали туда в угол сразу, угу, одновременно улетели, как будто они понимают. В общем, сейчас выбила мне сейчас как раз видео, где мужчина держит перед собой одного бройлера и рассказывает, как он их содержал. Не знаю, я первый раз содержу тоже, но вот водичка чистая из-под крана и комбикорм стартовый и рост. Все. Два вида комбикорма только даю им и воду. Ну и раз, два, три дня чектоник немножко даю, витамины. Все, больше ничего не даю. Он начал там рассказывать про антибиотики, там кучу всего, по схеме какой-нибудь там их содержат. Ну я этого делать не буду, потому что я покупала не по схеме держать. Я просто купила для семьи, как бы, чтобы нормальное мясо покушать. Поэтому ничего я здесь сюда доливать им не буду, досыпать тоже не буду. Если потеплеет, выпущу их на улицу, конечно. Но пока тепла нету, поэтому они у меня здесь растут. Надеюсь, будем кушать мяско. Всем пока!